Переделать интерьер квартир, воспользовавшись режимом самоизоляции, призывают детей и их родителей. Администрация Мирнинского района запустила онлайн-конкурс в честь Международного дня семьи. В переделке 2020 может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно лишь преобразить интерьер, мебель или иные домашние вещи, сделать коллаж до и после. Так многие семьи уже перекрасили комод, шкаф, навели порядок в ванной комнате, даже заменили забор. Снимки необходимо прислать на телефон организаторов, номер на экране. Фотографии публикуют в инстаграм-аккаунтах, а победители определят по количеству просмотров и лайков 15 мая.